Здравствуйте всем. Это Георгий, Ретро Ява, столица Латвии, портовый город Валмера. Сегодня 14 апреля, ну и время где-то уже примерно 4 часа дня. Ну вот, давно я уже как-то не показывался на публике. Было куча разных проектов, которые я просто не снимал, ленюсь. Да и некогда, и холодно, то грязь, то дождь, то снег, не поймешь. Погода у нас прибалтийская, утром трясет, вечером качает. Но так ничего и не получилось. Ну вот, очень хотелось показать вам и поделиться вместе с вами последним стратегическим проектом. У меня тут вот буквально только что я закончил последний стратегический проект, над которым я колдовал почти целый месяц. Но этот проект меня просто убил. Он настолько был тяжелым, и для меня был реально тяжелым настолько, что я его добил, все сделал, все нормально, все работает. Вот сейчас вот первые 15 километров проехался, впечатлений набрался только столько, что даже отойти не могу. Но результат получился, ну, в принципе, ожидаемый, и меня порадовало. Так, ну а что это за стратегический проект? А сейчас я вам покажу, что это такое. Ну, идем смотреть. Что такое стратегический проект? Вот он где. Смотрите и любуйтесь. Вот эту грозную технику, 13-й дырчик, Рига 13, я над ней колдовал целый месяц. Ну, скажу как есть. Мне Яву собрать было легче и проще, чем этот дырчик. Но настолько тут так все запущено, что все надо дорабатывать. И главное, что сильно дорабатывать надо. Но везде, куда не ткнешься, везде надо дорабатывать. Ну вот, 13-й дырчик, предположительно, где-то 83-84 год. Ну, можно сказать так, на нем сделана, скажем, ну, почти 100% реставрация, почти. На нем остались диски родные, ну, вот они не хромированы, они как были, вот, ржавчинка, спицы вот старые. Ну, колеса такие более-менее ровные, достать новые диски на 13-й дырчик, это проблемно, очень проблемно. Захромировать тоже проблемно. Но так здесь произведена полностью пескоструйка, кислый грунт, эпоксидный грунт, покраска, все сделано, все перекрашено. Новая проводка установлена, тут вот прямо вот видно все, новая проводка. Я проводку дорабатывал, переделывал. Тут вот видно, новая проводка, все доработано, все переделано. В освещении 12-вольтовая система стоит. Здесь вот лягушку я установил. Кстати, надо посмотреть, как она будет работать, если у меня получится сразу и руками, и ногами. Ну вот, работает. Ай, качается. Ну вот, работает лягушка, все работает. Очень хорошо работает. Вот, лягушку установил. Ну, у меня здесь 12-вольтовая система. В сиденье я поставил бытовой аккумулятор, эти, которые вот есть, ну, там идут всякие сигнализации, ящики, там на компьютер устанавливают. 12-вольтовый аккумулятор отдельный, предохранитель, да, тоже все есть. Ну и ледовские лампочки составленные. Вот впереди ледовская лампочка, скажем, вот видно. Ну, горит вообще довольно ярко. Ну и сзади также. Ну, на этой ледовской лампочке, на этом аккумуляторе можно вот кататься целый месяц. Ну и раз в месяц его подзарядить. Я отказался от штатного электричества. Там потом на искру не хватает электричества. Искра слабая, плохо заводится, ну и всякое такое. Ну, сиденье перешито тоже. Все вот тут все подогнано под оригинал. Тут у меня спидометр установленный. Вот 4 часа 8 минут. Ну, зеркала поставлены такие хромированные, красивые. Ну, здесь свет, глушилка, все работает. Но второе зеркало. Ну, вот этот вот мой стратегический проект. Я целый месяц над ним колдовал. То не шло, то это не шло. Ну, на колеса установлен новые подшипники, японские подшипники поставил. Ну, все так по-солидному.
Здесь я добавил еще две втулки, все вместе 4 втулки. Вот. Все покрашено. Ну, вот тут вот видно вот съемник стоит на спидометр и магнит. Вот магнит. Вот он снимает, показывает параметры спидометра. Вот так вот. Ну вот такой у меня стратегический проект. Рига 13. Ну, в принципе, это из последних мопедов, который выпускался в Советском Союзе у нас в Риге на Красной Звезде, Саркнозвайгзне. Ну вот Красный Октябрь еще моторы предоставлял на эту модель. Рига 13. Народ называемый дырчик. Ну, очень большие проблемы были с педалями. Все было убито, скажем, очень сильно все было убито. Но я восстановил педали, все работает. Конструкция, скажем так, гниловатая. Конструкция гниловатая, но завести мопед можно. Ну вот задний фонарь я тоже переделал, я дорабатывал, я устанавливал LED-ленты в середине, там наклеивал прямо на зеркало, на отражатель. Ну, а в середине такая LED-лампочка простая на габарит. Ну, номер ставил тоже нержавейка полированная. Все прикручено, чтобы так хорошо держалось. Ну, вот. Примерно рассказал. Ну, и теперь... А, ну, здесь у меня вот идет входит в провод сиденья. Он немножко должен с изгибом, потому что качается сиденье. Должен качаться провод, чтобы не ломало бы. Ну, там провод и все, и уходит по всей системе. Ну, и двигатель. Ну, двигатель, скажем так, ну, очень тяжело он мне подавался. Очень тяжело. Я его 3 раза складывал, 3 раза разбирал. Ну, очень тяжело он мне подавался. Я не мог понять, где косяк. Ну, потом я уже понял, где косяк. Этот двигатель собирался из 2 разных двигателей. У него родной двигатель D8M. D8M видно. А коленвал я ставил от D6. Ну и я пришел к такому заключению, что коленвалы от D6 не годятся на двигатель D8. Ну, по крайней мере, у меня в этой комплектации не подходило, потому что на D8 внутри в коленвальной камере там есть литье, которое выделяется за пределы камеры. Вот там есть где-то, но до миллиметра выделяется такое литье. И получается, как только собираешь двигатель вместе и зажимает коленвал. Я не мог понять, что такое. Я 3 раза этот двигатель собирал, разбирал. Ну, очень туго он мне шел, этот двигатель. Ну, когда я уже разобрался, в чем дело, я потом это литье удалил, сфрезеровал, и все равно не хватало. Все равно коленвал зажимало. Ну, и тогда я просто сделал проще. Отнес коленвал токарю, и он на щеках с каждой стороны у меня по 2 десятки просто сточил. И вот по 2 десятки сточил, я собрал этот мотор, и все работает. Просто все работает очень даже неплохо. Коленвал реставрированный, значит, шатун реставрированный. Я туда поставил роликовый французский подшипник, роликовый. Ну и втулку тоже бериллиевой бронзы поставил на шатун. Ну, коленвал просто идеален. Ну, японские подшипники на цапах все установлено. Сцепление перебранное тоже. Тоже японские подшипники. Сцепление я даже распрессовывал саму корзину. Добавлял, там не хватало шариков. Смазывал все по-новому, запрессовывал обратно. Вот, карбюратор у нас, значит, К34Б. Не по модели, должно быть К34Д. Но как кто? Кто говорит, что К34Д лучше? Но мне не понравился К34Д. Он мне не понравился. Я поставил старый карбюратор К34Б, и у меня изменился мотор. Он просто изменился. И регулировка подается легко, и вообще просто мне... Очень-очень понравился мне этот карбюратор. Ну вот при сборке, значит, при монтаже засверивались все гнезда под болты. Все засверливалось, чтобы можно было утопить сами болты. Вот полностью у меня все засверлено. Тут вот видно. Утоплено. Цилиндр посаженный. Головка посажена на 1,5 миллиметра. Цилиндр ханирован. Поршень пользованный, цилиндр пользованный. Но сделал, произвел хон, просто заханировал его.
насечки сделал и все собрал обратно, колечки новые поставил. Так, что у нас еще? Ну и самое интересное по этому стратегическому проекту. Здесь установлено электронное зажигание. У него контактов нет вообще. Электронное зажигание, бесконтактное. И плюс на нем еще электронный угол. Это вообще бомба. Потому на нем можно достать такие обороты, до 10 тысяч оборотов можно достать на этом мопеде. До 10 тысяч. Ну, там надо дорабатывать, конечно. У меня стоковое состояние, я всего лишь посадил головку, проверил люки, ну поршень совпадает, все, верхняя точка, нижняя точка, все совпадает по люкам. Установил вот электронное зажигание, посадил головку, в принципе, я больше ничего не делал, никакой форсировки, ничего. Перебрал сцепление ось, полностью все снимал, перебрал сцепление ось, ну, мотор подогнанный, скажем, мой вес 85 килограмм почти, ну, 43 километра я на нем разогнался. В гору, ну, тянет, чувствуется, в гору тянет. Меня даже порадовало. Я уже тут успел 15 километров проехать без остановки. Просто завел и поехал. Масло я использую то же самое, что на Яву. Motul 2T510. Но я думаю, что на этот мопед можно использовать и скутерные масла. Вот такой у меня стратегический проект из последних. Вот такой вот он у меня получился. Но так долго он мне так, ну, не подавался, но мотор особенно не подавался. Но вот все-таки удалось мне его уговорить и довести до ума. Если бы ему еще были бы новые хромированные диски и спицы, но это вообще была бы бомба. Но он и в таком виде просто красавец. Но все троса пришлось перепаивать. Я все перепаивал. Они все были убитыми. И передние, и сцепления, и задние. Задний купил новый, он был длинный. Его укорачивать пришлось. Ну, там все не подходило. Укорачивать, перепаивал. И с тормозами была проблема. С тормозами была очень большая проблема. Пока разобрался, где что там. Но зато сейчас тормоза просто как на гидравлическом, как на гидротормозе. Как нажимаешь, мертво. Сразу мертво. Тормоза просто бомба. Вот педали. Педали были убиты просто до такой степени. Все пришлось прессом выпрямлять. Все под угол подгонять. Подшипники все разбирать, чистить, смазывать. Ну вот такая красавица получилась, 13-й дырчик. Ну вот у меня была идея вот установить лягушку, чтобы был бы тормоз сзади. Ну так вот получилось, неплохо. Вот тут вот видно. Все, 12 вольт система, вывел. Ну и раз в неделю аккумулятор заряжать, к нему подзарядка специальная идет. Вот такой у меня 13-й дырчик, Рига 13. Но впервые я делаю, скажем так, полную реставрацию. Ну, скажем, почти полную. Обычно, ну, двигатели там двускоростные, односкоростные. Но приходят, но очень редко. Но чтобы полностью мопед делать, ну, это впервые. Это впервые. И конструкция, ну, все как-то, ну, так вот, скажем, на соплях. То там не идет, то это не идет. Все, ну, вот. Ну, при доработанном состоянии, скажем, для подростка, скажем, там 10-15 лет подросток, но на нем можно носиться. Предположительно, думаю, на километр 50 пойдет. Ну, гаечки все, как обычно, крытые. Как обычно, все крытое. Даже вот руль снизу тоже, гаечки крытые. Ну вот такой вот у меня аппарат, все электронное зажигание, ну, с электронным углом это реально бомба. Так, был, есть у него в комплекте был тоже кожух цепи, но он настолько зачуханный, что я его даже не устанавливаю. Его вроде покрасили, подварили, но я его даже не устанавливаю. Ну очень он уж страшный такой, что не хочу, чтобы портилась картинка. А, ну вот здесь вот еще переваривалось само крепление для подножки, полностью старое вырезалось и переваривалось новое, толстостенное. Тоже старое просто гнулось, выламывалось, она не держала, просто не держала. Но здесь все доработано до идеальности. Ну, покраска, все. Ну, цвет как бы в оригинале был белый и голубой. Но мы определились с владельцем, что будет белый и кремовый, то есть голубой и кремовый.
Но, в принципе, неплохо получилось. Неплохо. Ну, вот если бы колеса были хромированные, конечно, это была бы бомба. Ну, вот тут сидуха. Перешито тоже все. Пескоструйное сиденье, все закрашено. Ну, простой бытовой аккумулятор. Сетевые все аккумуляторы. 12 вольт. Я сначала на 6 вольт хотел систему сделать. Я вчера целый день потерял времени. На 6 вольт тоже аккумуляторы есть, все есть. Но нету ледовских лампочек на 6 вольт. Ну, я пытался диоды паять. Накупил диодов кучу и все на ветер. От них света никакого толку нету. Ну, просто никакого. Я даже расстроился, что деньги вот на ветер выкинул. Купил 12 вольтовый аккумулятор и ледовские лампочки у нас свободно можно купить. Или ледовские ленты. И там свет такой, что будет здорово. И потребление абсолютно минимальное. Ледовская лампочка, ну очень минимальная. Вот такой вот дырчик 13-й. Так что вот, прошу. Я думаю, ребята просто огорошатся, узнав, что после Явы я так на дырчики перешел. Но мне эта конструкция как бы сейчас и по душе. Как бы и по душе. Ну вот, спасибо за внимание. Пожалуйста, прошу любить и жаловать. Ретро Ява, Георгий, я на связи. Ну и сейчас я еще заведу для успокоения души, как он тарахтит. Ну, обороты, ну, неплохие набирает. Обороты неплохие. Вот, заведу, послушаем. Ну и на этом я с вами как бы и прощаюсь. Пишите, звоните. Вот. По электронному зажиганию, да, это точно, это бомба. Я сам доволен, очень доволен. Я рад за вас и за нас. Всем привет.
заводка после, так сказать, реставрации. Так, даже такой волнительный момент, чуть-чуть страшно. Работает! Работает! Тоже работает! Второго нет. Я думаю, есть. Такого точно нет. Не бойтесь газовать. Надо больше газовать. Надо больше газовать. Давайте разберу. Ему нужны обороты, тогда он идет. Ему нужны обороты. Этот дорогу не уступает, засранец. Ну, дело, не? Ну, конечно, наш вес под 100 килограмм, и его под 40, это слушай, день и ночь. Все равно, 100 килограммов там, да, и все равно он нормально. Это тут, я, знаешь, просто яму, не хочу сильно его, как будто, знаешь, трясти, а так. Так, свет надо не забывать выключать. Так, стоп тут это. Кран оставлять открытый. А, насколько вперед, да. Заводится просто песня. Тормоза загорели. На тормоза нажал. А, на тормоза нажал. Да, да. Да, если он внизу остается, да, правильно. На лапочку. Краник. Ну, как мопед? Еще такой, знаешь, стеснительный еще. Ну что? Что скажем Георгу? Ну, большой
большое спасибо. Да? Я любой каприз за ваши деньги. За наши деньги. Да, любой каприз. Ну что, следующую технику будем готовить для Марка, для малого, да, брата?